Вкусно. Отрава.
Че, где он? Кто? Утопленник! Привет. Тебя как зовут? Не важно. Ну тогда, если тебе не важно, можно я буду звать тебя Нуно? Что еще за Нуно? Ну, это имя такое. Испанское. Почему испанское? Не нравится? Мне все равно. Вот и договорились. А ты кто? Зови меня просто испанец. Ванька! Иду! Ну, бывай, испанец. До вечера, Нуно. Сначала. Жора. Дальше. Держи. Спасибо. Запах. Жалко. Лика. Какое? Белое. Жанна. Привет. Потом, ладно? Нет. Выше подходит. Цирковых правил не знаешь? Через манеж не бегать. Я не цирковой. Ясно? Так, с рук начинаем еще раз. Давай. Руки вытрясывай до конца. А кое-что произошло, кое-что случилось. Ну что еще? А кое-кто приехал. И кто же это? Кое-кто. Понятно. Имя у него есть? Дальше. Его зовут Нуно. И он, между прочим, испанец. Опять. Не веришь? Верю. Клянусь. Да, я верю. Я сегодня Степаныч из моря выложил. Что сделал? Сегодня сама вечером увидишь. Поцелуй меня. Муа. И вообще, Степан сказал, что тебе сегодня пораньше прийти. Я приду? Дэнни! Дэнни вернулся! Слушай, Дэнни, все оценили твою паузу? Давай, говори. Все ужасно. В лагуне и орхидея кое-как договорился. Вот в жемчужине и сосновой роще не хотят давать половины того, что обещали. А почему? И говорят, нет отдыхающих. Да как это нет? Я вчера автобус увидел. А там, где они есть, нас не хотят. Понятно. Придется звонить Марку. Иди сюда. Да, придется. Да этот хмырь одевай. Купит нас по дешевке, а потом половину выгонит. Никого Марк не выгонит. Или он возьмет всех, или никого. Отойди, как? Повернись. Слышали? Угу. А ну-ка работать. Нормально. Давай.
Жанна, теперь ты. Ты куришь больше меня. А зубы белые, почему? У меня не белые. А что ты смеешься? Гены. Какие гены? Ну какие у тебя гены? Да? Рыбу чистить умеешь? Попробую. Сема ее из сети достает за хвост, смотрит прямо в глаза. И вдруг она ему говорит. Сем, в прошлый раз он бабу с хвостом поймал, помнишь? Да, жениться на ней хотел, да. Решите. Че это? Рыба. Для тебя. Здорово. Вкусно. Мясо можешь? Попробуй. Дай попробовать, да? А ты что заказала, рыбу или мясо? Я заказала рыбу. А что ты мясо не любишь? А ты почему суп себе не заказал? Между прочим, надо горячее есть обязательно. Мы с тобой договаривались, помнишь? Жор, давай брать мясо. Суп вкусный. Это очень вкусно. Полезный? Да, это полезно. Ой, ну вытащи пальцы, да? Ты который уже ешь. Вот, хорошо. Это летя. Слушай, Степаныч, а давай два по 100 водочки, хорошо? Сейчас принесу, ладно. Потому девочки, что когда второй раз туда приду, уже никого не будет. Спасибо. Завтра. Дай-ка сюда. Осталось еще. Это суп. Это вкусно, правда? Да, это не как я готовлю. Вкусно? Да. Ну ладно, хватит, нет уж ничего. Подожди. Что? Я не верю. А где Нуна? Нуна, где? А ведь ты меня подставил. В смысле? Теперь они захотят есть это каждый день. Что будет, когда ты уйдешь? Я потеряю всех клиентов. Может, тебе нужна работа? Хочешь остаться? Может быть. Ну вот, хорошо. Они хотят, чтобы ты вышел. Ну ты еще зачем? Смотреть на тебя.
Я не клоун, что на меня смотреть? Ты устроил им настоящий праздник. Они хотят сказать спасибо. А что в этом плохого? Впрочем, как знаешь. Ребят, давайте выпьем. За нашу таверну, за долину роз. За всех нас. За людей, у которых в душе шторм. Сердце. Сердце розы. За нас. Буэнос тардес. Буэнос тардес, амиго. Это Луна. Хороший денек. Если так пойдет и дальше, можно подумать о новой лодке. Ну и зачем вы лишили меня работы? Что случилось? Да там посуда чистая, плита вымыта. Кухня просто сверкает. Незнакомец, ты меня пугаешь. Прости, так получилось. Ну что, если работы нет, мы пойдем? Не будем. Эй! Подожди, ну поздно уже. Эй, что, куда? Я его к себе положу. Ванька, Вань, пошли. Пошли, пошли. Спать, Вань. Куда, куда? Спать, куда? Поднимайся. Вы простите меня за Ваньку. Он все время ищет себя отца. И еще это имя дурацкое придумал. Нуна. Имя как имя? Его отец испанец? Нет. А вы? Вы очень хорошо готовите. А я так и не научилась. Каждому свое. Да, вы правы. Останетесь? Не знаю. Оставайтесь. Мы скоро на гастроли уезжаем. Вы Степановичу поможете. Море, опять же. Здесь иногда бывает очень весело. Правда. Подумаю. Ну да. Ну ладно. Мне пора, до завтра. София ушла.
Можешь? Давай. Я еще не сказал тебе спасибо. Так скажи. Спасибо. Да. Торопимся, ребят, торопимся. Побыстрее, побыстрее, грех ждет. Давайте, давайте, ребятки. До лагуны довезите, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Мы до лагуны не доедем. До поста подбросим, там кого-нибудь поймаешь. Спасибо. Хорошо, что вы остановились. Мне повезло, да. А то иду, иду, четверо мимо. И даже не притормозили. А у меня жена уже третий день в лагуне. Все говорит, купи путевку, купи путевку. Вот я и купил. А сам пока у начальника отпросился, задержался. Ну, Степаныч, ты на часы смотришь? Ладно, Грек, полно не гони, я тебя в прошлый раз сколько ждал? Беру только один. Как один? Ты сказал, что 6 возьмешь. Ну, ты дорого ломишь, Степаныч? Скинь немного, тогда поговорим. Грек, ты совсем обалдел? Может, мне тебе рыбу даром отдавать? Ну, дело-то, я, Степаныч, ну больше одного брать не стану. Отлично. Тогда ничего не получишь. Поехали. Подожди. Куда поехали? Как куда? В лагуну? Ну, попадем на бензин, зато опытом отдадим. Да кто у тебя там возьмет? Кто? Вот он. Ну что, в лагуну? Ладно, беру. Три. Нет.
Или все, или ничего. Я умираю с голоду. Зачем приехала? Соскучилась. Очки сними. Зачем? Хочу увидеть глаза человека, который мне врет. Ну, здравствуй, мой старый пьяница. Здравствуй, здравствуй, моя хорошая. Ну, на, знакомься, это Майя. Моя непутевая племянница. Нуно. Что это за имя такое? Нуно. Глуповатое какое-то. Не глупее, чем Майя. Борис! Это кто? Борис. Мужики есть, хотят. Сделай что-нибудь по-быстрому. Спасибо за костюм. Софии скажи спасибо. Балдун. Ага. Ну, у тебя и подпись. Чего? Ну, должен ты мне. Я правда соскучилась. По морю, по запаху рыбы соскучилась. По тебе соскучилась. Я заметил. Послушай, я же приехала.
как София? София, как София. Она здесь? Пока здесь. Понятно. У тебя с ним серьезно? Серьезно. Хочу выйти за него замуж. Что скажешь? Я? Ты. Кто же еще? У меня больше никого нет, мне не с кем советоваться. Вроде ничего, там посмотрим. Что вы здесь делаете? Живу. Обычно здесь живу я. Падай на диван. Не обижайся, это ее комната. Ничего, она скоро уедет. Ну что, спим? Меня возьмете? А вам куда? В поселок. Вы же в поселок? Ее хозяин еще спит, а я не кусаюсь. Все-таки, что это за имя такое, Нуно? А кто?
Кто вас воспитывал? Вам не говорили, что не отвечать на вопросы – это невежливо? Говорили. Значит, вы повар. Не мужская профессия, согласитесь. Чистить лук, жарить, парить. Я ненавижу готовить. А есть? А есть люблю. А где вы жили раньше? А вы всегда так много болтаете? А вы всегда так грубите девушкам? Нет, только сегодня. Да что? Наверное, не выспались на новом месте? Ничего, я потерплю. Намекаете на то, что я скоро уеду? Да, намекаю. Не дождетесь, понятно? Остановите машину. Я сказала, остановите машину. Ты где была? Где я была? А ты где был? Я, между прочим, целый час под дождем ходила. Но тебе же наплевать на это. Ты сидишь здесь, в шахматишки свои поигрываешь. Ну, подожди, подожди. Ну, она сказала, что ты хотела пройтись. Ах, вот оно что. А что он еще сказал? Этот человек с дурацкой собачьей кличкой вместо имени. Еще он сказал, что вам не повредит чашка горячего бульона. Передайте ему, пусть он подавится своим бульоном. Уезжаешь? Надо ехать. Куда? На работу. Я же говорил, что мне могут позвонить. Позвонили. Ты меня одну здесь бросишь. Поехали со мной. Я не могу. Я еще ничего не успела. Ну, тогда оставайся. Ты же хотела здесь пожить, поснимать. Хотела. Вот. А я за тобой приеду. Когда? Скоро. Дней через 5. Не уезжай. Пожалуйста. Малыш, ты же знаешь, я не могу. Завтра поедешь? Не могу.
Я должен был уехать еще час назад. Все ждал, когда ты проснешься. Черт стоит. Представляешь, мне давали на них гарантию 200 лет. Борис уехал. А где он с Лимона? Вот разрезан лежит. И вот, и на террасе еще. Тебе что, мало, что ли? Все решил разрезать? Зато богатый. Разве это трюк? Смертельный номер! Ну и что здесь вкусного? А что ты хочешь? Меня? А, сюда. Присядем. А чего? Клиента у нас, а тебя нет. Вот чего. Соня, я соскучился. Очень. Веришь? Верю. До сих пор не могу понять, почему ты сбежала от меня. Марк, я прошу тебя, не начинай, пожалуйста. И не называй меня Соня. Ты же помнишь, что я этого не люблю? Ой, обожаю, когда ты злишься, а? Марк, скажи мне, ты же возьмешь Жорика и Дэнни? Возьмешь? Это зависит. От кого? От тебя. Хватит. Что? Красиво. Чего?
Добрый день. Что будете есть? Ничего. Выпить принеси. Что принести? Да все что угодно. Только не это пойло. А то жить еще хочется. А для вас? Я бы съела что-нибудь. С ней. Марк. У этого кофе вкус дерьма. Попробуй. Я не знаю вкус дерьма. Ну все, ну хватит, ну все. Чего ты ломаешься? Пусти его. Я же помню, как тебе было хорошо. Почисть картошку. Смотри на меня. Ты хочешь этого? Ну, хочешь. Пойду гляну. Что нужно? Где она? Сука. Где София? Где-где? Сбежала, тварь. Ты что стоишь? Выпить принеси. Сначала за это расплатись. Что? Ты что думаешь, у меня денег нет? На. Почему она ушла? Потому что сука цену себе набивает. Думает, что я про нее ничего не знаю. Что ты про нее знаешь? Подстилка цирковая. Подожди, подожди. А ты что, тоже и ее того, а? Все готово. Они ушли. И что теперь? Вкусно.
Ты спрашивал, кто отец? Майки. Марк. Ванька знает. Я надеюсь, что он никогда не узнает. Эй, кабан, ты меня понял, да? Сначала понял. Цирк, потом таверну. Понял? Ну, пошел, понял. Ну. Вы что, ребята? Молодцы! Что вы делаете? Вы что делаете? Давай, внимай. Ну, давай. Давай, давай. Че это? Цирковые горят. Хватит, хватит! Пусти! Успокойся, хватит, я сказал! Очень мило.
Может, мне хоть кто-нибудь поможет? Господи, что случилось? Только море. Весь мир объездила, меня так и не сняла. Помочь? Да я с Василисом справлюсь. Теперь, по древней испанской традиции, мы все должны закрыть глаза и пожелать Ване здоровья, удачи. Мне тоже? И счастья. Тоже, конечно, тоже. А-а-а. Так, все давай, закрываем глаза. Закрываем. Не подсматривать. Ну, а что всего одна свеча? Почему Час одна? 11. Почему? Их 11. Степан, хорошо сидим, мало пьем. Понял. У меня тост. Ванька, самое главное, будь собой. От судьбы никому не уйти. И никто не знает, когда она тебя настигнет. Да и что такое в сущности длинная жизнь? Длинное прошлое. Наше настоящее каждый раз длится до следующего вздоха. Никто не знает, что будет дальше. Каждый из нас живет этой минутой. Давайте выпьем за эту прекрасную минуту, за Ваньку. Мужчины стоя, женщины до дна. Ура! С днем рождения, Ванька! Красивый тост. Ты сам придумал? Нет, к сожалению, не я. София. Опа! Thank you.
А завтра нельзя это сделать? Можно. Просто привычка. Еще вина? Не откажусь. Что пьем? Нет, скажи. А мы уже на «ты». Да. А что? «Ты» в русском языке – это либо наглость… Либо. Либо близость. Тогда за наглость. За близость. Холодно. Голову запрокинь. Запрокинь голову, вдохни носом глубоко. Носом вдохни. Еще. Прошло. Какие у тебя руки теплые. Все-таки он упал. Пойду посмотрю. Иди, тебе выспаться надо. Ты чего? Ты чего? Ты напился, что ли? Ты чего? Пусти. Пусти. Отпусти меня! Пусти! Ну, ты же хочешь этого, София! Мне больно. Посмотри на меня. Прости. Смотри. Прости, я... Я что? На лбу написано. Шлюха, да? Написано. Уходи. Ты орешь. Мишка разбился. Как разбился? Да насмерть! Он, видать, перепил вчера, пошел домой ночью, упал башкой на камни и все. С врачом посылали? Да я говорю, тебе мертвый он, мертвый, там кровище, знаешь сколько.
Вставай. Вставай, я тебе говорю. Вставай, вставай. 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 Давай, черт бы тебя побрал! Хватит! Будь ты проклят! Будьте вы все прокляты! И ваше море! Вези меня отсюда, пожалуйста. Смерти. Жутко. Я не могу поверить, что когда-нибудь умру. Что моя мама умерла. Тоже не верю. Давно? 8 лет. А отец? Жив? Я его не знала. У меня есть знакомый, капитан дальнего плавания. Знаешь, как он избавился от морской болезни? Это был первый в его жизни настоящий шторм. Волны были высотой с 5-этажный дом. Капитану было так плохо, что он не мог даже стоять. Он лежал на капитанском мостике. И тогда к нему подошел старый мудрый кок и сказал: «Я знаю, как тебе помочь. Тебе нужно поесть». Ты что, с ума сошел? Еле выговорил капитан. И что было потом? А потом кок приготовил для своего капитана отменный стейк. Толстый, с легким жирком по краям, с румяной золотистой корочкой и невероятно сочный внутри.
А потом он посыпал этот стейк душистым молотым перцем и украсил сверху горочкой холодного чесночного масла. И как только масло соприкоснулось с горячим стейком, оно начало таять, источая прекрасный аромат прованских трав. Замолчи. Тошнит? Есть хочется. Причем жутко. Ну как? Попробуй. Не, не хочу. Ну попробуй, ну пожалуйста. Ну? Редкая трава. Это, конечно, не твой волшебный стейк, но мне нравится. Что с ней? В воде нашли. А водитель? Говорят, погиб. Эй! Майя! Май! Что случилось? Типаныч запил! О, Господи! Этого еще не хватало. Так, держи. Давно? Ну, как мертвеца вчера везли, вот он и начал. А где ты был вчера? Тебя весь день искал. А? Идем, идем. Как притащил в свою комнату ящик рома, все, заперся, пьет, не пускает никого. Музыку слушал? Ага. Всю ночь.
Так. Это надолго. Ну что? А где София? Ну, там собирается. Куда? На гастроли. Мы же уезжаем. Ну-ка, пойдем. А что, к нему кто-то приходил? Да. Мы Мишку сначала отвезли в поселок, в морг. А потом сюда вернулись, его мужик здесь какой-то поджидает. Какой мужик? Я не знаю. Не здешний какой-то. Он в пиджаке с портфелем. Вот они за этим столиком и сидели. А потом мужик ушел, а Степаныч заперся, и все. Больше его никто не видел. Ванька сказал, что вы уезжаете. Да. Надолго? Не знаю. А что? Я хотела поговорить. Насчет дяди. Между вами что-то происходит. Между нами. Между нами, по-моему, ничего не происходит. Разве ты не этого хотела? Да, я виновата перед тобой. Я вела себя как полная дура. Но ты меня тоже пойми. Вдруг в его жизни появляется такая женщина. Какая? Артистка. Вся такая шикарная. Вокруг столько поклонников. К тому же, мне про тебя такое наговорили. Наговорили? Да, я не хотела, чтобы он в тебя влюблялся. Не хотела. Я думала, что ты все равно уедешь, а ему будет плохо. Но я осталась здесь. Ты уехала. И опять уедешь. Поговори с ним. О чем? Неважно. Просто поговори. Ему очень плохо. Он снова запил. Пожалуйста. Я не хочу. Почему? Он... Я не хочу. Он любит тебя. Смотри. Иди сюда. Смотри. Любит. Не любит. Скажи мне, что изменилось в моей жизни за эти годы? Я вышла замуж. У меня появился свой дом. У моего сына появился отец. Где? Может быть, и любит. Только мне этого любви ни горячо, ни холодно.
тебя не приглашал. Что? Пью. И буду пить. Что хочу, то и делаю. Это моя таверна! Я ее никому не отдам. Захотите забрать, сожгу. Значит, завтра поедешь в банк и погасишь свой кредит. И хватит бухать. А ты кто такой? Твой новый компаньон. Пробуй. Вкусно. Все? Ну, а что еще говорить? Вкусно и все. Понятно. Давай снимай повязку. Ешь. Только чего другим не подсказывать. Угу. София. Травы. Ну, очень много специй. По-моему, это курица. Очень вкусная. Теперь ты. Не знаю, как насчет курицы, а перца ты не пожалела. Это все? Все. Так, теперь я. Он, что там? Фальтишь. Значит, заправка уксус бальзамик. Душистые прованские травы, кайенский перец немного и оливковое масло холодного отжима. Дальше ингредиенты. Листья салата ромэн, вяленые помидоры, перепелиные яйца, сыр пармезан и жареная куриная грудка. Ну, правда, немного суховатая. И? Не могу понять. Так. Не могу понять, откуда ты здесь взяла трюфельное масло? А так неплохо. Даже очень хорошо. Говорю, как повар повару. Вань, ну-ка дай-ка мне салат. Ну, тогда ешьте. На.
Топорики. 77. Мое. Как свинки спят. Твое. Не спи. 69 у меня. Спасибо. Первый раз. 18. Мое. 11. Это что? 11. Лото. У кого? У Ваньки. Ну что, по домам? А давайте еще выпьем, по последней. У меня есть тост. Давайте выпьем за Маю. Такой праздник нам устроила. Маечка, будь счастлива. Ты этого достойна. И еще, я хочу выпить еще за одного человека, который сделает тебя счастливой. Ты спрашивала у меня совета, так вот я тебе отвечаю. Выходи за него замуж. Вы с ним прекрасная пара. За тебя и за твоего будущего мужа, Бориса. Поздравляю. Пирог? Кто-нибудь еще будет? Ваня, вставай. Давай, Сынок, вставай. Не буди, я его у себя положу. Нет, 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 что-то, что-то. Нам собираться надо. Давай, Ваня, вставай. Зачем? Что? Ты чего? Значит, ты выходишь замуж? Собиралась. Но это было до тебя. Это неправильно. Что неправильно? О чем ты говоришь? А что потом? Потом будет потом. Медленно ты думаешь, как медленно живешь. Не хотел бы я быть на его месте. Ты нарочно это говоришь, да? Ты хочешь, чтобы я ушла? Да. Я хочу, чтобы ты ушла.
Да подожди же! Что тебе надо? Поговорить. Мне не о чем с тобой говорить. Пошел вон отсюда! Майя. Я сказала, выйди из моей комнаты. Я хочу спать. А если я не выйду? Выйди! Ничего. О чем ты думаешь? Мне хорошо. И страшно. Так бы ехала и ехала.
Цирковые уехали. Мне это не нравится. Что это? Твои отношения с Нуно. Тебя это не касается. Ошибаешься. В этом доме меня все касается. Зачем ты это сделал? Зачем ты сказал тост про Бориса? А разве он уже не твой жених? Ты же сама сказала, что выходишь за него замуж. Вот и выходи, не валяй дурака. Борис отличный парень. Именно такой тебе и нужен. А как же Нуно? Ты же просто молился на него. Нуно. Кто такой этот Нуно? Между прочим, его зовут Павел. Ты знаешь, как он сюда попал? Этот псих на полной скорости съехал в воду. Вот. Это его телефон. Посмотри. Перед этим он звонил какой-то Анне. 14 звонков! Ты понимаешь, что это значит, нет? Я тебе скажу. Он и не забыл. Не может мужчина забыть женщину, из-за которой решился на такое. Ты для него так. Еще одна дырка на поясе. Или ты хочешь повторить судьбу своей матери? Да. Близкие знают, куда бить. А ведь мама умерла из-за тебя. Глупости. Ты сделал ее несчастной. Ты не дал ей выйти замуж за моего отца. От этого еще никто не умирал. Ты ее сломал. Тогда ты тоже хотел как лучше. Майя. Ты ничего не знаешь. Я знаю. Она мне все рассказала перед смертью. Но ты не волнуйся. Она тебя простила. Она всегда тебе верила. И правильно делала. Конечно. Ты же ее старший брат. Ты один знаешь, как надо. Ладно, остынь. Зачем? Чтобы превратиться в такого, как ты? В какого? Ходячего покойника. Лезешь в мою жизнь. Ты со своей сначала разберись. А меня все устраивает. Я вижу. Фонарики развесил. Долина роз. Какие к черту розы? От тебя же все бегут. Ну и пусть бегут. Гордишься тем, что тебе никто не нужен. Ты же не сегодня-завтра сопьешься здесь в полном одиночестве и умрешь. Твою таверну растащат на доски, и никто не вспомнит ни про тебя, ни про твою долину роз. И ты не вспомнишь. Мне тебя жалко. Кстати, сегодня приезжает Борис. Откуда ты знаешь? Я ему позвонил. Что ж ты наделал?
Бог в помощь. Спасибо. О, кого я вижу? Бориса. Ну, с приездом, с приездом. А. Ну, чего ты стоишь, как не родной? Проходи, проходи. Да. Садись, чаю хочешь? Ну, не откажусь. Майя где? Майя? Майя! Май! Смотри, кто приехал! Нуна? Торт? Спасибо, я не люблю сладкого. Вот ты чай. О. А знаешь, знаешь, я разгадал твою шахматную задачку. Да, ну, не может быть. О. Привет. Привет. Я соскучился. Как ты? Нормально. Выглядишь потрясающе. Цветы. Угу. И твой любимый торт. Спасибо. Пойду принесу вазу. Вот так. Хитро. Ваш ход, маэстро. Клянусь тебе, я не знала, что он приедет. Он меня не предупредил. Может быть, это к лучшему. Пойди и скажи ему правду. Не могу. Почему? Мне страшно. Я умоляю тебя. Я тебя умоляю. Хочешь, я встану на колени? Только не заставляй меня говорить ему сейчас. Я скажу. Я клянусь тебе, я тебе обещаю. Я обязательно скажу, только потом. Дай мне время. Пойми, он не заслужил этого. Хорошо. Давай я скажу. Не надо. Потом. Мы все решим потом. Как же быстро ты живешь. У тебя же тоже кто-то есть. Мне дядя сказал, у него твой телефон. Кто такая Анна? Неважно. Это было до тебя. Thank you.
Телефон. Уходишь? Правильно, она тебе не нужна. Это не твое дело. Телефон. Жаль. Все могло сложиться по-другому. Думаешь, сделал ее лучше? Я? При чем здесь я? Это ее жизнь. Ей решать. Телефон. Я думал, он тебе больше не понадобится. А ты меньше думай. А деньги? Дарю. Тебе пришло письмо из редакции. На заднем сиденье посмотри. Да, Вика звонила. Просила срочно ей перезвонить. Насчет Венеции. Остановить? Нет.